Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Diablo 3. Мы... Привет! Да, блин, вот только в прошлой серии проговорили, что не даешь здороваться, я тоже забываю. Привет! В общем-то, мы находимся в тайном лагере, вернулись на базу, скажем так, и должны поговорить с матерью Ли. Да. Что она скажет так? Неужели Декарт никогда не рассказывал, почему я тебя оставила? Он знал, что я была призвана на борьбу с владыками преисподней. А я знала, что он позаботится о тебе. Его больше нет. Тогда нас воссоединила сама судьба. Мы с тобой ведем одну войну. Судя по хародримским манускриптам, в этом мире осталось только два воплощения зла. Белиал здесь, в Халдее, а где сейчас Азмодан, никому не известно. Я стал сильнее. Отлично. Так, что нам это дало? А, ну там можно еще поговорить. Гвардейцы допрашивали тебя об этом черном камне души. Помнится, я как-то встречала упоминание о нем в дневнике дяди Декарда, но я не обратила на это особого внимания. Напрасно. С его помощью мы одержим окончательную победу над злом. Его создал маг Золтун Кул. Как вместилище для душ демонов. Да, точно. Он был хародримым отступником. Соратники четвертовали его прежде, чем он успел завершить создание Камня Души. Говорят, его голова закопана где-то под Алгурским оазисом. Мы должны найти ее. Если мы хотим победить Белиала и Азмодана с помощью Камня Души, нам придется воскресить Золтуна Кула. Значит, раньше... Мы спасли мать Ли, ведьму Адрию. Она рассказала о черном камне души, который может навсегда уничтожить зло. Из всех смертных именно мне выпало его добыть. Нормально. Именно мне выпало его добыть. У меня тут новая атака, землетрясение. Наносит. Я не тогда. Варвар яростно сотрясает землю, нанося 2000% урона. Хрена себе. Нет, я точно отойду лучше. Так. Это хорошо. Только что мы дальше делаем? Найти в затопленном ходе ворота, ведущие в оазис. Хорошо. Ты там что? Разломать все ненужное. Ну да. Потом продать. Научил ты меня, как это правильно делать. Теперь я себя ощущаю полноценной ячейкой общества. Которые раньше комплексы душили. Почему я не могу прокачать, а? Это же, по-моему, достаточно печально. Ну да. Деньги есть, деньги. Чего тебе-то чего не хватает? Деньги. Давай, деньги. Деньги, давай. Это этот, потому что знаю, что передача, помнишь, была сам себе режиссер в свое время? Ну да, была. А там, по-моему, даже сейчас идет по какому-то каналу. Ну сейчас уже это не... Там вообще такой шлак. И там, короче, шимпанзе была такая. Ей сигарету дали, она такая, сигареты во рту танцует вокруг себя, такая там-тары-тарарай, там-тары-тарарай. Потом такая, руки тянет, давай деньги, деньги, давай. Это в роли ведущего она была, да. О, кстати, ты дневник прочитал? Золтуна Кула. Он тут лежит. Лежит вот у нас под ногами, а мы его как-то вообще мимо прошли. Под ногами дневник? Ну вот, между этими двумя. Убийца. Мучитель. Чудовище. Этими словами Золтуна Кула заклеймили маги Хародрима. Они дорого заплатили за то, чтобы, наконец... покарать Кула за его чудовищные деяния и запечатать его искалеченное тело в мире теней. Видимо, они боялись, что он может вернуться вновь. Такие дела. Ты, кстати, помнишь, фильм был такой «Кул Завоеватель» или как-то так? Что-то даже ничего не говорит вообще название. Такой дешевенький, на вроде Конана, но, блин... Ну, они вот эти дешевенькие фильмы по-своему доставляют. Ну да. Так, мы должны найти в затопленном
входе в ворота, ведущие в оазис. Но сначала, я так понимаю, с кем-то надо переговорить, что ли? А, просто обратно в канализацию. В канализацию опять. Может, он и с кем там живет. Общаются, две стоят, говорит, ужас, этот человек ходит в канализацию, как к себе домой. Может, он говорит, и правда там живет. Действительно, прицепилось. Он тут близко. Так, ну ладно. У меня, в принципе, все четыре ячейки забиты уже. Ну да. Умениями. Так, а здесь местные. Диабло, владыка ужаса. Диабло... младший из трех братьев, великих воплощений зла. Но я считаю его наиболее опасным из них, ибо, являясь владыкой ужаса, сам он не ведает страха. Несмотря на то, что Диабло с легкостью вселялся в тела людей и подавлял их волю, 20 лет назад... его сущность было дело. Удалось было заточить дело. В камни души и изгнать демона. Так, тут вроде как и недалеко идти куда-то. А, так тут под канализацией целый город. Я уже приготовился тут мочить кого-то. Целый лагерь. У Карла есть. Я познакомлюсь с Карлой. Что? Ну, у Карлы, как обычно, ничего особо прям такого хорошего нет. Все кораллы у него. Крали. Клару, Клару. Клал он, короче, на эту Клару. Да, так и живем. Император. Это этот пацанчик. А это настоящий, наверное, император. Выслушай меня. Я не смогу долго говорить. За мной постоянно следят стражи Белиала. Император Хакан? Я прошу прощения за мое поведение во дворце. Стражи убили бы меня за любую попытку выказать тебе свое расположение. Но теперь я попробую тебе помочь. Ты, должно быть, направляешься в оазис. Я открою ворота. Отворяй, собака. Кому это он? Какой у тебя изысканный головной убор. Дай поносить. Да, шапочка у него знатная. Ну, видимо, все-таки он не одурманен Белиалом, а просто слуги Белиала за ним он следят. Он всех обманул. Да. Шусенок. Так, у нас по достижению. Это прекрасно, по-моему. Это главное вообще. Можно серию на этом и завершать, в принципе. То есть... Все, мы добились, чего хотели. Вообще завершать все на свете. Угу. Жизнь удалась. О, опять эти машкара ненавижу. Ой, я ненавижу машкару. Шаманская маска. Блин, маска. Обожаю всякие подземелья в RPG-шках. Да, это однозначно. Я просто представляю, вот ты как вот представляешь, вот рой мух летит, и ты их булавой бьешь. Ох, тихо. Какие-то опасные есть. На них навестись-то самая большая проблема. Что за мелочь прибежала? Пузатая. Блин, мой в панике убегает. Да, есть такое. Блин, мне чтобы это землетрясение сделать. А, вот. Ох, нифига. Это так что за возгорание? Может, я Диабло? А-а-а-а! Черт, мы, по-моему, раскрыли главный сюжетный спойлер, да? Достаточно быстро, главное, набирается. Это такой тактический нюк. Хорошо, хорошо. Это кто это сделал? Это не я, сразу говорю. Что-то есть у меня подозрение на этот счет. Нужно еще время. Так, а что вот эти вот делают, которые лежат слипшиеся куча трупов? А, из них, походу, по одному трупаку выскакивает просто. Потому если, наверное, ее не разломать, они постоянно лезть будут. Я так думаю. Ну ладно. Там пес его знает. Достаточно такой стандартный коридор, как кишка. О, лезу к тебе. Ты как обычно тактику свою применил. Небесный колокольня, блин. Ох, какая пакость. Почему-то они у меня перестали летать. Не та атака. Атака а уже нет, не кстати та. Говоря, долго перезаряжается. 2 минуты перезаряжается у меня это умение. Тактическая боеголовка.
Ох, сломался. О, летят. Ну, зато дело того стоит. Ну да. И зарядка. Там что там мощное такое, бабах. 2000% урон это же. Да офигеть. О, мочим, мочим. А, нужно ну да. Еще время. Куда пошел? Я его вообще не вижу. Вот так увидел. А, ну кстати. Блин, так он пошел уже. Сделал, называется. Так, золото, золото. Куча золотых. Баксы, 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 которые тратить некуда. Да, кто-нибудь в комментариях, я надеюсь, напишет нам, что нам тратить деньги. Так у нас, как обычно, мы это прочитаем через неделю. Ну да. Лучше уж поздно, чем рано. Блин. Десант. Спецназ! Спецназ, детка! Как там у тебя был? НЛО. Неопознанные летающие объедки. Объедки, да. Это же тоже было. Священник, не посмотрел этот прикол? Священник там, священник какая-то, я так понял, детская передача берет интервью. Ну там, что если, короче, НЛО там прилетит и все такое. Ну и он там начинает, там, сила перста и прочее такое. Вот он их называл там неопознанные летающие объедки. Ага. Говорит, вот так возьмите перст из трех пальцев, сделайте, что-то перекреститесь там, и, в общем-то, НЛО улетит. Ну, а у него спрашивают, ну, а если не улетит? Сидит-сидит, пендалей. Священник, твою мать. Так, Андариэль, Дева Мучений, тут есть никачок у нас. Меня так все это сильно заботит, что, пожалуй, я покрашу свою броню. Что-то, по-моему, ничего не изменилось. Опа. Погоди, ты куда девался? А, вон ты. Дневничок. А, дневничок опять. Андариэль была единственной женщиной среди правителей преисподней. Долгое время она была на стороне малых воплощений зла, но постепенно утратила веру в то, что их планы осуществимы. Или где там? Два десятилетия назад она решила помочь вернувшемуся Диабло и захватила цитадель незримого ока. Затем Андариэль погибла от рук отважных героев. Такие дела. Да. Я помню, что там Андариэль. Но вообще, я вот заметил, у них почему-то вот во всех произведениях эльфов на эль заканчивается. Андариэль, Галадриэль. Ну, может, у них там такие имена, как у греков там, допустим. У греков. Сравнил. Так, тебе не нужно... А, это для варвара. Блин, двуручное. Я не хочу двуручное оружие. Меня устраивает, когда в каждой руке по какому-нибудь страшному такому... Устрашающему виду. От одного вида, то есть уже должны разбегаться. Ну да. Так, ну и что, я надеюсь, мы сейчас к оазису придем сразу. Да, видимо, да. О, как тут ништяк красиво. Офигенно просто. Мне, честно говоря, новых врагов охота. Мне вот этих машкару да этих зергов непонятных не так интересно бить. Ну, это возможно только когда мы, наверное, перейдем на вообще с этого города. Да, в следующий акт, похоже. Так, и что нам с этим летающим делать? Ну что, просто читать дневник. Дюрель. Брат Андариэль, полагаю, они сообща решили помочь Диаболу в освобождении Мефисто и Баала, хотя до этого стояли на стороне малых воплощений зла. Владыка Боли отправился охранять гробницу Талраши, служившую темницей Баала. Именно там герои нашли его и положили конец его существованию. Я думаю, что-то не так. Так, да понял, скоты какие. Летали себе спокойно. Да как слепень, да? Так, ох, ненавижу слепень. Кровокрыл. Что-то такое вот сидит на тебе, ты думаешь, ну, блин, вроде ничего. А потом как... Ох. Та же самая хрень. Типа стервятников что-то. Типа слепни что-то. О, смотри. Офигеть. Что это было? На растяжку похоже.
Там, по-моему, кто-то муху поймал просто. Может быть. Такое ощущение, что здесь намады. О, опять эти местные. Так, мне надо в толпу. Я хочу в толпу. Все, так. Горите. Фига себе. Умрите! Так. Надо просить их ко мне отступать сюда. Ну нужно ладно. Время. Вот этого мочить надо, сказать. Ого. Да, мы и так умеем. Ну, конечно, у нас нет колокола такого в кармане. Но тоже кое-что можем. Портативное мини такое. Так, а куда мы пойдем? Сюда? Ну, куда-то идем пока. Падший командир. Это еще посильнее обычно. Ах, скотина. Ох, полетело по частям. По запчастям. Так, там наверху что-то непонятно. Дюнны держишь. О, ты посмотрел, как этот. Кто там? Рюха был. Street Fighter. Кто бы он ни был. Что-то забурылся. Там к нам непонятные существа какие-то идут. Нет, к нам. Я думал, что не к нам, мимо просто шли. Свет горит, дай, думаю, зайду. Да. И скоты убегают, главное. Далеко не убегут. Сотворитель. Ты че творишь? Че творишь? Так, все, глушануло. Блин, вот это меня раздражает штука. О, довольно так, больно стучат. Нет. Смотри, поскольку я его не поднимаю. Не поскольку что-то. Совсем, да, что-то. Что-то как-то. Давай уже, давай, давай, давай. Все, ушел. Так. Универсальное кольцо. Я все-таки так и не понял, на чем они эти кольца носят, что они по одному на руку лезут. На руку ли вообще? Да, то есть... Загадка. Опять пошлять она пошла. Что-то вроде браслетов, я не знаю. Ну так, чтобы уйти от пошлять. Да, браслеты. Браслеты, да, да. Да. Шо? Развалился. Да что ж он делает, а? Бегают, заколебали. По-моему, там справа что-то было хорошее. Ой, я там еще наагрил. Ты сови. О, алчный карлик, мочим. Где, где? А, ну. Стой, дорогой. Главное завалить, а там запинаем. Ломаем. Вали его на бок. Блин, вот эта хрень меня своими крутящимися движениями пугает. Да. Что-то с ней не то. Есть такое. Вау, приземлилось. Крутой пике. Как вертолет. Так, теперь собираем золотишко. Какое тут название красиво. Гниющий погреб. Потрясающий. Я думаю, это как раз нам туда. Ну да, упадем. А, да, тут же столько понаупадало всякого. Что ты там нашел-то? 18.2. Всякого. Да у меня отстой всякий. 80-е говно. Магическое кольцо. Ничего на нем нету. Просто оно магическое. Угу. Кому-то удачу приносит, наверное. Так, пойдем в гниющий погреб. Посмотрим, что у нас там. Там у нас все прекрасно. Ой, а нам что, сюда по квесту? А не то я в глупец. Думаешь, что спасешь его? Ты подписал себе смертный приговор. Я с тыла зайду. Ну да, ну да. Нужно еще время. Смертный приговор. Ну ты не перегибай. Ладно. Все как обычно прошло. Да. Враги разрушили алькарн и уничтожили большинство служителей. Господину как можно скорее нужны новые рабы. Отправляйтесь в оазис и захватите местных жителей. Прикончите всех, кто будет оказывать сопротивление.
Так мы обретем новых союзников и расправимся с противниками. А, ну то есть вот так, да? То есть прикончите всех, кто будет оказывать сопротивление, так мы обретем новых союзников. Ладно. Вопросов не имеем. Федор, рабы не мы. Так, да. Тут больше вообще ничего интересного. То есть за дневничком фактически. А, ну вот еще с этим поговорить. Мужчина, он хотел там что-то. Торгует Java. Спасибо. Эти злобные твари пытались утащить мои товары. Вот ну как это вообще нормально? Нет, то, что у меня все, что для него есть, это какая-то штука для охотника на демонов. Ну, я не знаю. Здесь есть дубильная краска, коричневый цвет. Зимник. А, вот те же самые все. Да, то же самое. Но ему продать зато можно всякую шляпу. Да, я это уже. Уже. Так. Короче, мы все на опыт будем. Так. Разбирать не будем. Мне, честно говоря, надоело. У меня столько этих вещей в инвентаре, что... Бессмысленно, да. Так, и так. Все, отлично. Шо? Пошли. Мантра уклонения. Отлично. Так, нам, по-моему, пониже куда-то нужно, нет? Или мы... А, нет, мы нормально. Даже и не знаю. Вроде правильно. Здесь уже какой-то этот начинается, где Урукхаев делали. Создавали. Точно. Айзенгард. Ага. Так, а я смогу? А, нет, мне прыжка же нет, сейчас переключать. А, так пойдем. Смотри, там один опасный есть какой-то. Опасный, о, да? Эти... Оптический камуфляж, нифига себе. Ну, хищник. Да. Ааа! Get to the chopper! Get to the chopper! Да, да, вообще. Близко, главное не подходить, наверное, к этим соплям. Наверное. Так, так. Ну что, где-то? Не знаю, тут... Блин, мы уже долго идем. Близко, говорит, не подходить. И оба подошли, главное, потрогали. И даже... не сделали попытки никакой там подальше отойти. Ой, как разлетелся сразу. Фига. Fuck you, asshole. Блин, у Шварца прикольный акцент такой. Да. Австрийский. Asshole. Ничего тут нету. Да, что-то как-то достаточно скучно. Локация красивая, но не насыщенная. Врагов тупо поднапихали. Опять кому-то помочь. На помощь! Где он орёт-то? А, вот он где-то. Где-то... А, вот на столбе. Что это за шум? О, нет! Они нашли нас! Да они, как бы, мы особо и не прятались. Все хорошо, Ребзи. Ой, у меня паник. Но он не на самом деле. Представляю, Варвар такой слабый. С визгом в панике убегает. Так, ладно. Блин, ну это утопить все-таки, наверное, надо, да? А я его как-то тоже не приметил. Так. Микал. Императорские гвардейцы бросили меня здесь умирать. Но ты меня спас. Нет. Спасибо тебе. Императорский дуэльный меч дал. Мне дали вампирский фламберг зимы. Буручник. Бывает и такое. Но не у всех проходит, да. Так, я не знаю, куда мы идем. В ту ли сторону. Да вроде нормально. Как-то тут вроде как свернуть-то особо некуда. Ну, просто да. Мы по центру идем. Такой, о, ты посмотри, там какой-то страшный человек был. Где? Человек ли? О. А Шангу его зовут. Как его достать? Он же постоянно будет респать этих ублюдков. Кстати говоря, да. Не, ну я понимаю, что я сейчас могу где-то секунд 10 потратить на прыжок там. Нужная а, тут помощь. Обойти можно. Ой, тебя сейчас замочат. Ой, они взрывные. Блин, от них бегать надо. О, он меня взорвал. Ладно. Ладно. Я сейчас вернусь. Я умер тоже. Блин, надо далеко бежать. Да, кстати, да. Кому-то сейчас придется страшно отомстить.
А Шангу наносит смертельный удар. Пёс махнарылый. Чё? Меня кровавый лунь убил. Это из ваших, что ли? Почему? Ну, китаец. А, Луньянь. Да, был у нас такой. Ему переводить, а улыбка не вяжется. Мы его в кипятке и сварили. Гори-гори. О, я придумал отличную комбинацию. Смотри, ты подпаливаешь землю, а я накрываю сверху колоколом. Такая скороварка будет, блин. Это между сериями, так чисто. Кушать же надо. Да. То есть. Один заманил. Мы так, подожди, а тут мы были? Нет. Погреб старого рыболова. О! Я надеюсь, там будет рыба. А, да, тут одна рыба. О! Ты посмотри, сколько рыбы. Рыбка. Рыба моя. Так, ну. Ну. А. Саргатанас, убийца, ты прикинь. Это, а, я думал, мне показалось, что тут желтый какой-то есть. Нет, есть это фиг. Но он не страшный. Урона практически не наносит. Зато сам разлетелся. Знатно. Мне уж который раз щит хороший втюхивает. Так охота взять. Ну что-то как-то. Ладно. Стоит ли? Да мне нравится, когда в каждой руке по какому-нибудь тесаку. Я ощущаю себя ровно в два раза сильнее. Есть такое. Ой, я развалил башню чью-то водонапорную. Ой, 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 ой. Ладно, по-моему, блин, хотел нормально. Бруталы не ищут обход. Так, вы пришли? Нет еще. А враги что у нас? Респаунятся по новой, что ли, когда мы умираем? А я ж... Не, мы просто, наверное, может, не ходили. Может, прошли там чисто по центру, сейчас по боку. А сейчас нам по боку. Да отдохни ты уже, но... Ты посмотри какой. Так, что я взял? Что-нибудь хорошее, наверное. Мне дают двуручное оружие, у каждого из которых урон меньше, чем у одноручного. Потрясающе. Меня это не радует. Меня это не радует, меня это не радует. Не радует. Оп. Нежданчик. Вот таки. Рыжи меня как барана. Да стой ты. Че, блин, он меня сейчас заведет куда-нибудь? Смотри, да, эти такие. Сейчас сзади пендит волшебный меня. Че, это он уже? Нет, блин, еще. Вообще не в сторону. Откуда-то не с той стороны, да, пошли. Пойдите, слепли. Да давай уже сдохни. Так, мы опять нашли эту крылатую мясорубку. Транспортер. Офигеть, жизнь с этой штуки. Щук, ушли такие. Блин, второй пришел. У меня есть такая полезная способность, если я использую, допустим, ну какие-то способности, то здоровье восстанавливается. У меня есть тоже полезная способность лупить со всей дури в припад. Моя главная полезная способность. Хорошо. Я вот так думаю, блин, если это на норме, так достаточно сложно идет. Да, представляю, верно. Безрассудно плетеный ремень, хорошо. Там так, а сейчас побежит опять. Инферно начнется. Так, может пойдем уже по пути как-нибудь или? Ну, как бы да. Но где мы вообще? Мы вообще по какой-то другой развилке пошли. О, блин, он меня. Где шавка Паши? Шавки просто кругом. Позорные. О, командир пришел. Кстати говоря, урону пока что особо не наносит. С этим все попроще идет. Ну да. Рядовые такие довольно. Мобы. Так, ну ладно, у тебя урон скоро? Ну, не особо.
сразу. Ну как, сравнительно. Еще 20 тысяч где-то. В щи. Сейчас тут деньги лежат. Деньги. Вот сейчас подойдем, кажется, куда надо. Может быть. Я его жду вместе. Отомстить, да, этой скотине. Перевесь колючек взял. Интересно, что это такое. Так, вот он, скоб... скот такой. Так, инферно, дружок. Его сейчас нас заморозит. А. Да, было неприятно. Ну, замочили со второго раза. Ну, вот раз побыстрее пришло. Или у него жизни не осталось? Ну да, они ж не восстановились у него. Да. Ну, там еще какой-то. Опная. Так. Давай уже пойдем. А, вон там еще светящийся. Да? Тебе не войти в акведуки. Владыка Белиал жаждет твоей крови. Ага, сейчас. Вот, в акведуки нас не пускает. Поц. Так, давай не выражайся. Их назад будущее там. Типа дебилоид. Ага. Обзывается непонятными словами. Вот и все. Проблемы. Так, ну мы, судя по всему, пришли. Тут уже какой-то подъем начинается. На мой взгляд, неплохо было бы скинуть весь наш хабар. Но... А тут мы еще и не зайдем. Есть псидон какой-то. Что-то взять должны у него. Да нет, вроде. Ну ладно, ходим по карте, значит найдем что-то. Так, ну ладно. Вай-вай. Блин. Просто представь, такая кислота, как чужих такая там. Офигеть. Ты смотрел Прометей, кстати, нет? Смотрел. В кинотеатр ходил. И чё, как кино? Говно. Вот действительно... Все говорили. Ну оно ни о чем, буквально вообще ни о чем. Ну то есть да, там спецэффекты как бы. Я понимаю, я не ждал, что он будет про чужих. Я знал, там будет что-то левое. Вот, ну блин, ну смысл фильма я так и не понял. И через два часа с зала вышел. Единственное, что у меня осталось, это от очков на носу след и все. Нужно еще время. Так, я, пожалуй, обожгу их маленький. Салаций опасный, опасный. Салаций. Салаций собака опасный. Мои раны затянулись. Да. Личность. Поцик. Ну чё хотел, чё приставал к нам? Ха. Одни вертолеты. Разведчики, шнурованный ремень со знаком медведя. Не, просто, не просто так, да. Вы заработали достижение, раритет. Ты понимаешь, да? Ноу! Так, я не знаю, мы уже всю карту прошли. Ну как всю карту? Ну, да, всю карту. Давай на запад куда-то туда пойдем. А, так. Ну, может, давай. Мы там что-то не сделали возле тех дверей. Там, допустим, не постучали. Может, там рычаг какой? Может, рычаг, да. Да не было там ничего. Да. По-моему. Будем, я тоже так думаю. И, по-моему, гораздо увлекательнее по три раза по одним и тем же локациям. Это пройти, очень интересно. Рычаг где-то там. Абсолютно интереснее, я считаю. Ох, деньги лежат. Вот тут еще. Я не собрал. И повозку я тут не разбил. Повозку как-то не так. Разбил. А вон колесо пролетело, да. Так. Колоколы летают. Это нормально. Так, а это что за шняга там? А, это шапка. Так, ну что, я жажду какого-либо пути. Да, как бы, если понять вообще в чертах. Карта-то выглядит, это без сомнений, но больше смысла. Убить-то мы всех. Будем искать. Так, ну тут у нас неисследованная, да, дорога. Да, видимо. Видимо-невидимо. Не знаю. Вот тут какой-то... О, да, там какой-то появился вот квестовая стрелочка. Руины заброшенные. Сейчас, шифонер идет, шифонер идет. Это какая-то Джуманджи.
Там же было, помнишь, Джуманджи фильм? Да, вот недавно, кстати, у нас показывали его. Да, у нас тоже, я поэтому вспомнил. Там какая-то толпа пробегает, там, у животных, и в конце такой насадок. А, да-да-да. Так, вот я типа него. Так, вот, тут дневник охотника. Первая часть. Мы пришли к согласию. Отступника Кула нужно остановить. Он пытается воссоздать камни, чтобы использовать их силу в своих целях. Он жаждет завладеть могуществом небес и преисподней. Если мы привлечем к себе внимание этих сил, нас ждет неминуемая гибель. Ибн Фахт. Его звали. Ну, оно и видно. Значит, простое рязанское имя, да? Ибн. Как это, 13-й воин смотрел? Ага. Когда давно. Имя назвал свое такое там Ибн Аляхват, Ибн. Ну что, Ибн, и все. А Ибн это ж, по-моему, сын кого-то там, да? У них считается. Ну да. Сын того-то. О, это что за многоножка? Ич, короче говоря. Да. О, смотри, щит опять не упал. Ну упал. Скелет страж. Я тут чья-то нога крутится. 96 золотых. Офигеть, это я возьму. Фига. Себе. О май гад. Твою мать, я перевожу. Так, чё он стоит? Просто его в пыль вообще затолкал. Он такой, нет, я не с ними. Мы тут плюшками балуемся. Блин, куда идти? А, да, что-то как-то этот, нам, по-моему, нужен компас. У ребят какие-то, надо сказать, такие щиты. Да. Достаточно красивые. Были. Гаврити. Мне нет равных! Мне нет равных, прокричал мой. После моих ударов щиты вертятся секунд 15 еще, наверное. На месте. Мерзкие детишки. Ненавижу детей. Чёртовы алименты. Как ляпнет пищ. Так, он, по-моему, хочет убежать. По-моему, не получилось. О, там целые. Короче, ладно. Целое братья. Звезда братья. Назовем это так. Цензура, кругом цензура. Да, нельзя. Хотя. Так, вот что-то отвалилось. Надо валить. Я понял, что сейчас сломаем. Сломали сами. Я тебя сломаю. А там главный репортер еще такой, да, такой, нарывается, ага, такой. Ага. Видит, что тут там в наручниках сидит и такой троллит. Крутой, да, крутой, ага. Тролль. Смелый такой. И, по-моему, под конец вот такой все-таки там такой. И все, репортаж закончился. Харе ломать его. Просто кунг-фу своё продемонстрирую. Так, кунг-фу устарело. О, тут смотри, как много народу. А, тут хорошо. Это мы удачно зашли. Хорошо, сломаем флюзгутки. Левел ап. А это у меня, да? Не знаю, у меня. У тебя тоже? Нет, у меня. Ой, ломаем башню. А, это же этот обелиск. Братство нот. Пауки опять эти. Посмотрим, что у меня там открылось. Пассивное умение новое. Тоже хочу левела. Перехват инициативы. А, вот этого не надо, пожалуйста. Городские монахи умеют преодолевать препятствия, подобно воде. Они свободно проникают через любые преграды своего. Это хорошо. Ну, это мы выберем, пожалуй. А ты, кстати, заметил, какое у нас задание? Как раз в нашем духе. Найти. А. Я, кстати, еще в начале серии хотел сказать, что мы обычно их разбрасывали, теперь нам надо их искать, эти головы. Ну да. Ладно. Так, я готов. Пойдем мы. Все-таки. Ну, куда-то сюда, да. Вроде как правильно. Ну там очередной уникальный звук пришел. Фига, меня отшвырнули куда-то.
Ну, а чё? Оно легко. Я здесь помаленьку делаю, чтобы им припекло, все условия создаю. Да, климатически. Смотри, он живой еще. Дети. Ох, как я полетел. Ты что там делаешь вообще? Ты вертуху прокачал. Да, жарко просто. Вентилятор. Да смотри, живой, ну... Борис, хрен попадешь. Борис Бритва, да. Вы мне дали какой-то уникальный предмет. Ну ладно. Круто. Здесь кого только не ползает по полу, какие-то клещики. Отвратительное место. Клещи тоже самый приятный. Ребята. О, тут смотри, какие у них копья. А это вообще секиры. Нужно время. Так, ну ребята, вам не жизнь. Так, ну вроде. Вроде тихо. Ну что, давай тогда завершать. Так там вон еще один архаровец. Ну, не хочешь давать ему шанс, да? Ну и тут полезный, как обычно. Всем классно. Моя сила растет. Все, я левелапнулся. Отлично, завершение как раз. Ой, хотел сказать пессимистичное, оптимистичное. Ну, какое-то такое, да, стичное. Блин, ну не дадут нам просто. Чуть поймал я. Должен быть. О, не-не-не, слышь, идем назад. Там что-то такой грохот был. Да-да-да. По-моему, там кто-то чья-то тяжелая поступь. Короче говоря, лекарство от запоров мне больше не нужно. Так, давайте, да, на этом мы завершим эту серию. А, ты завершаешь у нас, да. В общем-то, да, завершаем эту серию. Спасибо всем за просмотр. В следующей серии, я думаю, мы найдем, наконец, эту голову. Это непривычное занятие, конечно, поэтому мы так долго его и выполняем. Ну да. На этом, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Всем пока. Пока-пока-пока.